Они просят российские власти освободить участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину. Более 100 всемирно известных исполнителей, среди которых Sting, Madonna, Elton John, Paul McCartney, подписались под открытым письмом, составленным организацией Amnesty International. Звезды настаивают на пересмотре приговора. Напомню, участницы российской группы были приговорены к 2 годам лишения свободы после исполнения панк-молебна в храме Христа Спасителя в Москве.